Вот смотрите, какое изобилие тропических растений, цветов, все цветет, все пахнет. А вон там вдоль строение, видите, вот это высокое посередине, это у нас папайя. Я думаю, что когда вы захотите забронировать жилье, обязательно обратите на нее внимание, там уже будут плоды папайи, которые никогда никому не нужны. Так что смотрите, какая красота. Я очень надеюсь, что вы разделите вот эти самые эмоции, которые я испытываю каждый раз, когда нахожусь на территории этого комплекса, когда я провожу здесь время с друзьями и с гостями. Я надеюсь, что вы почувствуете вот те особые чувства, которые я испытываю к этому комплексу, и обязательно выберите именно его.